В среду, 31 октября, в КПИ прошла акция массового выхода из профкома студентов. Правком, давай до свидания. Стоит отметить, что это уже третья подобная акция. Многие студенты причиной выхода указывают невыполнение правкомом своих обязательств. Представитель правкома не на камеру прокомментировал ситуацию, что выход из правкома – это свободный выбор каждого. Однако, они хотели, чтобы студенты интересовались деятельностью профсоюза.